Встаньте прямо, сделайте глубокий вздох, руки наверх, выдох, вниз. И еще раз, вверх и вниз. Поднимитесь на полупальцы, потянитесь и вниз. И еще раз, наверх потянулись и вниз. Руки в замок, макушкой тянемся наверх. Почувствуйте, как растягивается позвоночник. Начинаем пружинистый шаг на месте, не отрывая носков от пола. Добавьте круговые движения кистями вверх и вниз. Хорошенько прорабатываем запястья. Еще раз вверх и вниз. Теперь работает локтевой сустав. Закончили. Теперь зафиксируйте верхнюю часть тела и, не прекращая ходьбу, энергично скручивайте бедра. Закончили. Разминаем шею. Медленно опустите голову вперед и запрокиньте назад. Еще раз. Назад. Теперь опускаем к плечам. И круговые движения головой. В одну сторону и в другую. В одну и в другую. Закончили. Теперь сдвигаем голову вправо и влево параллельно полу. И круговые движения головой в плоскости параллельно полу. В одну сторону и в другую. Переходим к плечам. Делаем круговые движения плечами с большой амплитудой. Продолжая движение, поднимите руки в стороны. Хорошо, через плие переходим на одну ногу и на другую. И еще раз на одну ногу и на другую. Положите руки на бедра и тянемся грудью наверх. И вверх и вверх. Теперь круговые движения грудью. Старайтесь делать их с большой амплитудой в одну и в другую сторону. И еще раз. В одну сторону и в другую. Закончили. Поставьте ноги на ширине плеч. Сдвигаем корпус вправо и влево. Поднимите руки в стороны. Верхняя часть скользит параллельно полу. Нижняя часть неподвижна. Переходим на волну корпусом и руками. Теперь добавим пружинящие колени и голову. В движении участвует все тело: корпус, руки, голова и колени. Встаем ноги вместе, руками упираемся в колени, выгибаем спину, подбородок прижат к груди. И прогибаемся, подбородок наверх. И еще раз, спиной наверх и прогиб. Еще раз, круглая спина и прогиб. Встаем ноги на ширине плеч, руки вытягиваем наверх, наклоняемся вперед с абсолютно прямой спиной. Сгибаем ноги, спина остается прямой. Теперь согните руки в локтях. Опустите корпус и свободно поболтайте им из стороны в сторону. Колени при этом остаются прямыми. Теперь коснитесь рукой противоположной ноги, разверните корпус и сделайте круговые движения кистью. То же самое с другой ноги.
Спина прямая, колени прямые. Теперь соедините руки за спиной в замок и с наклоном потянитесь ими вперед. Подвигайте ими свободной стороны в стороны. Ноги поставьте на ширине плеч, стопы развернуты, руки в стороны, спина прямая. Ягодицы плотно зажаты. Согните колени и попружиньте. Теперь отрываем от пола одну пятку, другую. При этом мы сидим на том же уровне. И теперь обе пятки вместе. Держим себя спиной. Теперь быстрее. Разворачиваемся к одной ноге и пружиним в выпаде, не касаясь коленом пола. Теперь опять пяточки. И выпад в другую сторону, не касаясь коленом пола. Встаем ноги на ширине плеч и оттягиваем бедро в сторону. Другое. И еще раз. Теперь заводим бедро назад и в другую сторону. Закончили. Теперь разминаем колени. Ноги вместе. Упритесь руками над коленями и делайте пружинистые круговые движения. В одну сторону и в другую. В одну и в другую. Разминаем стопы. Круговые движения. И потянуть стопу. Другая нога, круговые движения. И потянуть стопу. И небольшая растяжка. Сядьте в нижний выпад, спина прямая. Развернитесь, носочек кладем на пол. И с другой ноги. Развернитесь, носочек на пол. Руки в замок наверх и потяните их за себя. И то же самое с другой ноги. Потянули руки за себя. Теперь разверните ногу, носок на себя, поставьте на пол пятку опорной ноги, корпус тянется вперед, садимся на пол и встаем. Как бы отталкиваемся пяткой и икрой от пола. При этом растягивается внутренняя часть бедра. И с другой ноги. Очень хорошо. Теперь сели на пол. Ноги как можно шире. Наклоняемся к одной ноге. И к другой. Тянемся грудью вперед. Спина не горбится. Стараемся как можно ниже наклониться. И переводим корпус от одной ноги к другой. Через бок наклоняемся к одной ноге и к другой. Стараемся взять себя за щиколотку. Тянем бочок. Очень хорошо. Теперь соединяем стопы, зажимаем их руками в замок и стараемся положить колени на пол. Спину при этом держим прямо. И еще раз потянули колени. Встаем и растягиваем переднюю часть бедра. Колени держим вместе, пятку плотно прижимаем к ягодице. И то же самое с другой ноги. Колени вместе, пятку прижимаем к попе. Наша разминка закончена.